Пожалуйста, песню со словами «Весело по полю бегает кабанчик». Йоу, салам алейкум, братва, с вами Шторм. Я начинаю новый путь, а именно путь к барыге. Вы сейчас такие сразу: ой, Шторм начал новый путь, он его не продолжит. Сейчас будете писать гневные комментарии: Шторм начинает пути, он их не продолжит. Ребят, все зависит от вас. Вот если ты сейчас, вот сейчас возьмешь, поставишь лайк, скажешь своему там другану, чтобы он тоже зашел, лайк поставил, то, ребят, путь будет продолжаться. Все зависит от вас, от вашей активности. Вижу активность, продолжаю путь. Не вижу, запускаю там новый путь, блин, в казино, там, как поднять триллиард вертов. Ну, короче, ребят, да, как-то так, да, ребят, напоминаю, у меня проходит розыгрыш на 50 лямов, на 6300 итоги, ссылочка на ролик, где вы можете поучаствовать, на 50 лямов в описании, поэтому досматривайте ролик до конца, переходите, здесь, точнее, оставляете комментарий, ставите лайк, и идете по ссылочке в описании, там тоже оставляете комментарий, ставите лайк, и тогда уже на 6300 подписчиков я делаю итоги на 50 лямов. Ах да, почему я начал путь к барыге? Потому что, ребят, реально, это что-то для меня новенькое. Я никогда, ребят, не барыжил, не знаю, что это. Поэтому будьте вместе со мной учиться. Будем с вами, в принципе, самоучками, как бы пытаться что-то сделать, ребят. Поэтому не судите там опытные барыги, которые, типа, уже там по 24 часа в сутки херачат на ЦР, ребят. Не судите строго, ребят. Это мой, как бы, я новичок в этом. Поэтому, братва, не судите. Ну, а мы, в принципе, погнали! Ах да, кстати, я играю на Arizona RP Gilbert и зову играть тебя вместе со мной. При регистрации вводи мой ник при регистрации StormStorm. Он даст тебе на 5 уровне плюс 300 тысяч, и ты сможешь вместе со мной развиваться, там поднимать бабки, играть в казино, шпилить телочек. Ну, короче, братанчик, вводи. Итак, первым делом я отправился на CR для того, чтобы изучить цены. Вот что я понял, ребят, подарочки у нас скупают по 3000, перепродают по 6000. Бронзовые рулеточки у нас скупают по 6000, продают по 9000. Дальше серебряные рулеточки у нас скупают по 30 тысяч, продают по 50 тысяч. Ларцы с премией у нас купают по 100 тысяч, продают по 200 тысяч. Металл у нас купают по 1000-2000, а продают по 5-6 тысяч и так далее. Ну, в принципе, самые ходовые такие товары я решил взять. Буду я продавать первые дни через лавочку, потому что, ребята, сейчас, в принципе, нам нужно собирать хотя бы стартовый капитал, чтобы потом торговаться аксессуарами, ребят. Ну, поэтому, в принципе, погнали закупаться. Первым делом я купил эффект X4 пополнения за 100 тысяч, чтобы его потом перепродать, ребят, за 200 тысяч попробовать хотя бы, потому что я видел, его перепродают потом по 180-200 тысяч. Выставил эффект X4 пополнения за 190 тысяч, но потом, ребят, я стоял очень долго и решил его продать за 160 тысяч. В принципе, ребят, у меня его спокойно купили за 160 тысяч, и я пошел дальше на скупочку. Выставил я на скупку на все деньги подарки по 3600, чтобы их потом перепродать по 5-6 тысяч. Меня, в принципе, крашнуло, успел я купить 28 подарочков. 28 подарочков я продал по 6 тысяч за штуку, то есть вышло у меня 168 плюс тысяч. Следующим делом я выставил на скупку семейные талоны 10 штук по 5 тысяч, льняный хлопок по 450 вирт, металл по 1200. К моему удивлению, семейные талоны быстренько мне продали по 3000, хотя их можно спокойно слить по 6-9 тысяч. Вот что я скупил на следующее утро. Также мне выпала рулетка Golden из этого ящичка, поэтому, ребят, отлично, нам повезло. Вот постолько, ребят, я выставил, и посмотрим, купят у нас это или нет. В принципе, у меня все забрали. Тут я немного лоханулся, купил металл по 4000, перепутал его с подарочками, ребят, ну, в принципе, ничего сложного. У нас уже, кстати, есть 450 тысяч, плюс еще 15 металла. Извиняюсь, кстати, за маленькие пролаги, потому что записываю я это все на ноутбуке. Купил я за 300 тысяч 2 ларца, в принципе, ребят. В принципе, попробую их перепродать, либо обменять. Обменял один ларец плюс 100 тысяч на маску демона. Она мне вышла примерно за 250 тысяч, если это все посчитать. Перепродам ее где-то за 1400, видел, продает 450. Ну, посмотрим, ребят, может, что-то обменяю. Итак, выставил я все на продажу. У меня уже даже купили, ребят, что-то. Ну, я, короче, сбегал, посмотрел, там в лавке чувак продает рога за 150 тысяч. Я думаю, их можно там, посмотрел, продавали по 400, сейчас выставим за 300 тысяч, посмотрим, может, у нас купят. Ну, ребят, в принципе, ништяк. Также вот по каким я ценам все выставил, то есть голова дьявола 370 тысяч, рога 300 тысяч и металл по 5500. Надеюсь, что купят. Ну что, ребят, в принципе, я все продал, у меня уже есть 624 тысячи, я думаю, это неплохо для первой серии, 170 тысяч поднять 624 тысячи, точнее, каких 170, 130 тысяч, ребят. То есть, в принципе, так вот перепродажами, ребят. Поддержите реал лайк, будет такой вот пилотный выпуск, все зависит от вашей активности, если он вам зайдет, то будем продолжать эту рубрику, если нет, то, ребят, в принципе, это последняя серия. Ну, а всем спасибо за просмотр, оставляйте ваши комментарии, я вас всех люблю, с вами был Шторм, всем спасибо, всем пока.
Пока. Ишь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался. Лайк поставь.